Климкина возмутила идея снять санкции с России. Министр раскритиковал предложение МИД Германии об отмене санкций против России. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung подверг критике предложение главы МИД Германии Зигмара Габриэля о постепенном снятии санкций с России после установления перемирия на Донбассе и отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Подобные сигналы очень вредны. Недавнее заявление можно рассматривать только как заигрывание с Кремлем, заявил Климкин. Глава МИД также потребовал сплоченной позиции мирового сообщества до тех пор, пока последний русский солдат не покинет территорию Украины. В МИД и ФРГ довольны предложением Путина по Донбассу. Напомним, ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль выступил за снятие санкций с Россией еще до полного выполнения минских договоренностей. Он заявил, что размещение миротворцев ООН на линии соприкосновения сторон на Донбассе может способствовать отмене антироссийских санкций. По материалам сайта newsgro.com.